Здравствуйте, всем дорогие друзья! Сегодня оно будет вот такое достаточно и интересное, наверное, философское, но больше видео, вот такое жизненное видео на тему жизни, на тему время, там возраст влияет на человека, то есть на его жизнь, то есть меняет ли оно вообще, там жизнь человека и меняет ли там, не знаю, характер человека, какие-то характеристики вот. В общем, дорогие друзья, на запись вот этого видео, можно сказать, меня подтолкнуло событие, которое случилось со мной где-то 2 года назад, но когда я еще жил в другом городе, в том городе, в котором я вырос, в котором я родился, и для тех, кто не знает, мой рост всего лишь 1,50 м. У меня косолазие, заикание, все вот это вместе взятое. На сегодняшний день мне, 30 лет, 30 лет. И обычно в таком возрасте люди подводят какие-то и итоги там жизни, то есть чего добился там, чего достиг, там, сколько денег заработал, что купил, там, не знаю, машину, квартиру там. Обычно там все вот это вместе взят. А моя такая ситуация, она полностью противоположна. То есть я за свои года абсолютно ничего не добился, то есть абсолютно ничего не купил. То есть я живу с родителями, то есть я за свою жизнь, в общем-то, и нигде не работал. Даже если говорить серьезно, то есть за всю жизнь я отработал где-то полгода. То есть вы можете себе представить, за 30 лет, если бы вот это кто-то сказал, в прошлом поколении, 50-100 лет назад, в то время, люди там работали уже, с 10, с 12 лет, а в наше время, совсем, другое, поколение, совсем, другие вот такие ориентиры в жизни и в целом там. Каждое следующее поколение, оно рождается и живет, больше и инфантильным, оно становится в силу, опять же, совершенно другой концепции жизни. Если раньше все старались как можно быстрее жениться, завести семью, хотя бы потому что было намного легче жить чем сейчас. Сейчас же уже почти никто не женится, потому что не видит в этом никакого смысла. То есть сейчас популярны эти свободные отношения, потому что как-никак хоть в наше время, даже сейчас, большинство скажет, что жизнь вообще хорошая, раньше было еще хуже, раньше если сравнивать, например, с нынешними временами, то люди получали еще меньше даже, чем сейчас. То есть раньше люди могли позволить еще себе еще даже меньше, чем сейчас, хотя и сейчас многие скажут, что я на своем заводе получаю 20-30 к, копейки. В общем, дорогие друзья, где-то 2 года назад я встретился совершенно случайно, то есть пересекся со своим одноклассником, то есть который вполне очевидно является моим ровесником. Нам на тот момент было где-то 27 лет, 27 лет, и, конечно же, мы начали вспоминать свои школьные времена, то есть, и что мы обычно обсуждали в школе, то есть, о чем думали, то есть, о чем мечтали, и, в то время мы, постоянно, как и большинство, то есть, разговаривали о компьютерах, то есть о компьютерных играх, то есть и играли в доту, то есть мы ходили в компьютерные клубы, то есть и играли в доту через Warcraft, и играли в Counter-Strike 1.6, то есть наши мысли с точки зрения взрослых людей, были какие-то примитивные, то есть не то что примитивные, а соответствующие нашему возрасту. И, конечно же, в то время мы думали, что мы
с возрастом, станем совершенно другими людьми, там, совершенно другим мировоззрением, то есть там взрослым, вот таким там, не знаю, но каким-то серьезным. И вот самое интересное, что когда мы встретились с этим одноклассником, то есть мы начали обсуждать все, то же самое, то есть мы говорили, про доту, про КС, то есть там сколько ММР там спросили там у друг друга, то есть во что, и играешь сейчас, какой у тебя комп, то есть да, нас, их, в принципе, нельзя назвать там, каким-то там, такими успешными людьми, потому что мы, родились как бы в деревне там с населением, я не знаю, там 100-200 человек, и в принципе, если сравнить там людей с деревни и там людей с каких-то больших городов, то, конечно, можно будет наблюдать вот такие отличия, что там, например, люди в городах, там, в больших городах, то есть они более целеустремленными, то в деревнях вот жизнь, то есть она в таком, в более размеренном, лайтовом, режиме, проходит, то есть, там, да, тоже, конечно, нужно, как-то там, не знаю, зарабатывать, там, все подобное, отличие в том, что люди с деревни, то есть они, как правило, не ставят, каких-то там целей, вот таких прям завышенных, то есть, каких-то не строят амбициозные, планы, и, в общем-то, мы вот вы встретились, как бы, мы учились, что вот этот одноклассник, плохо. Вот мы, были там на последнем месте во всех вот этих рейтингах. Но, тем не менее, до вот этого момента я там, опять же, пересекался и с другими, можно сказать, одноклассниками. То есть не специально, чисто вот случайно, потому что я не люблю людей. И, пришлось так, как бы невольно спросить там, что там, делаешь, то есть, как, в принципе, то есть, и идешь, по жизни, и что самое интересное, то есть, как я уже сказал, ничего, вот, за 30 лет, то есть, там, за 20 лет, то есть, мы учились, сколько там получается, лет, 15 назад, то есть, не изменилось абсолютно ничего, хотя людям, свойственно, якобы, возросли, там, свойственно, якобы, меняться, Но, тем не менее, с нами вот это почему-то не произошло. И, соответственно, невольно вот это все наталкивает на мысль, что сейчас, люди совершенно, другие вот стали. Совершенно, другие, то есть они не стремятся, как-то жить в спешке, а вот стремятся к такой, размеренной жизни. И еще вот сегодня, буквально недавно начал смотреть видео Толяна, которое он сегодня, либо же вчера, не, сегодня выложил, и ему там в комментариях, все, пишут там, человеку там, сколько ему там, 38, либо же 39 лет, либо же 37, Толян, я точно не помню, сидит там за компьютером, то есть, и играет в игры, и что самое печальное, я точно такой же, как итальян, то есть, я абсолютно не изменился, несмотря на возраст, то есть, абсолютно не повзрослел, то есть, конечно, еще в этом есть вина того, что у меня за 30 лет никогда не было ни девушки, ни отношений. Хотя, конечно, я не думаю, что это бы что-то и изменило. Потому что все это идет изнутри. Если вы там посмотрите, не знаю, там на каких-то своих родителей, там, не знаю, там на своих бабушек, дедушек, то там, например, рожали уже, там, не знаю, 18, там, в 20 лет,
считалось, что ну, родить там, не знаю, ну, после 20 уже ну, как бы, ну, поздно, соответственно, все стремились там, ну, побыстрее, то есть завести много детей, то есть, и что самое главное, то есть в те времена ну, как бы, абсолютно не думали о своей ну, как бы, жизни, то есть о себе, то есть, ну, думали ну, лишь о том, там, что ну, подумают окружающие, то есть, ну, как там, например, человек в 20 лет до сих пор там, не знаю, не женился, там, не вышел замуж, то сейчас, ну, то есть современное ну, поколение уже, ну, как бы не обращает внимания на мнение окружающих людей. Вот, например, мне, если кто-то там обычно говорит, типа, а почему ты не женился, то, а что я им отвечу, то есть, да никто не хочет, ну, то есть, со мной встречаться, то есть, и я вот это воспринимаю, ну, то есть, не как что-то, ну, плохое, то есть, а как вот, ну, чисто, ну, так вот ну, получилось, но, ну, то есть, я же не виноват, а даже если, например, я был, ну, как бы, абсолютно нормальным человеком, там, внешне, даже если бы у меня, там, ну, была, ну, девушка, я бы не стремился на ней жениться, то есть, зачем мне это нужно, то есть, зачем утруждать, вот, себя, но какими-то дополнительными вот этими узами, там, то есть узы ну, брака, там, и, соответственно, ну, когда ты женишься, ну, то на тебя ложится дополнительная ответственность, там, ну, я не знаю, но ну, какая там, ну, по закону, ну, вот, если вы с женой начнете, ну, разводиться, то, там, она у вас отберет, там, ну, половину имущества, даже если она, там, ну, как бы ничего не выкладывала в него, но то, ну, раньше об этом вообще не думали, то есть, ну, раньше люди были вот такие, ну, доверчивые, ну, то есть, они женились, то есть, они думали, там, вот сейчас женимся, ну, раз и навсегда, ну, раз и навсегда, ну, то есть, ну, потому что, там, не знаю, семья, главное в жизни, то есть, сейчас там, ну, поженимся, то есть, заведем детей, ну, будем их, ну, растить, то вот я, например, несмотря на то, что мне ну, 30 лет, я ну, детей абсолютно не хочу. То есть, ну, потому что сам вот чувствую себя ну, ребенком. То есть зачем мне ну, дети, если я ну, как бы сам ну, пребываю вот, ну, как бы психически в таком возрасте, в котором я еще сам, ну, по сути, как бы не пожил вот, для себя, вот, не пожил для себя. То есть я хочу, не знаю, там, играть в игры, там, я хочу заниматься вот этими всеми, ну, какими-то вещами, ну, которые интересуют человека, и вот, ну, с точки зрения, там, не знаю, психологии должны интересовать и исключительно в детстве, ну, то есть сейчас вот я, несмотря на то, что мне, ну, 30 лет, я живу, ну, точно, ну, так же, ну, то есть, ну, как я жил, там, не знаю, вот, ну, в прямом смысле моя жизнь в 12 лет, вот в возрасте, в котором у меня появился ну, компьютер, и в 30 лет абсолютно ничем не изменилось. Вот я даже и играю в те же самые игры, вот, ну, потому что у меня, ну, по сути, ну, компьютер даже стал еще с тех времен, но зато можно сказать, что вот это настоящая стойкость, вот настоящая стойкость, но потому что я не изменился, вот, ну, например, что я, что мой вот этот одноклассник, что Нутальян, но то есть мы абсолютно не изменились, вот даже ну, под действием вот этих, но каких-то обстоятельств, ну, то есть вы, наверное, знаете, что в мире сейчас, ну, происходит там, ну, достаточно вот такие серьезные вещи ну, происходят, но наша особенность в том, что мы ну, как бы, живем в своем ну, мире, вот мы не обращаем внимания на то, что там ну, происходит в мире, там, ну, потому что нам вот это абсолютно не интересно, вот, ну и хотя бы ну, потому что мы на вот это никак не можем ну, повлиять. Вот. Абсолютно никак, то есть, да, там, например, там есть люди, ну, как, ну, обычно, знаете, ну, окей, и интересы там у людей, там,
ну раньше там, ну были там, не знаю, лет в 40, там, не знаю, ну побухать там, ну поорить, обсудить там, ну политику, ну да, тут мне, я уже, ну почти в таком же возрасте, и мне вот это абсолютно не интересно, то есть я, ну прекрасно, ну понимаю, вот если я там устроюсь, ну когда-то на работу, то я там не смогу находиться вот среди вот этого абсолютно ну, другого ну, поколения, то есть, ну, которые живут, опять же, продолжают жить вот этими самыми ценностями, ну, то есть они там ну, будут на работе обсуждать, ну, какие-то вот эти там ну, примитивные вещи, опять же, не знаю, ну, бухать там и все ну подобное, то есть обсуждать там, не знаю, свою семью, там, своих, но детей, ну, то есть, но как они там в очередной раз, там, не знаю, не, ну, не хватает им там на жизнь, то есть не хватает там на то, чтобы своих детей, ну, поднять на ноги, а мне вот это все не интересно, ну, потому что я, несмотря на то, что, ну, пребываю в таком достаточно зрелом возрасте, ну, то есть меня вот эти и интересы, ну, которые интересовали людей, ну, прошлого поколения в таком возрасте, да и не только в таком, а даже вот раньше, мне вот это все абсолютно не интересно, то есть я не хочу, ну, как бы и интересоваться вот этими всеми вещами, но которые свойственны, но были вот раньше людям моего возраста, ну потому что я хочу интересоваться ну, тем же самым, ну то есть чем я интересовался там, в детстве, там не знаю, в возрасте ну, 15 лет и все ну подобное, то есть и сейчас там наверняка многие скажут, ну то есть а как ты собираешься жить, ну то есть вот это же и инфантильность там и все ну подобное, а я вот опять же, вот я об этом абсолютно не думаю. Вот, например, в детстве вы, ну, как бы, думали там, например, о завтрашнем дне, ну, то есть вас и интересовало, ну, то есть то, что оно будет завтра. Нет, а меня вот даже сейчас вот это абсолютно не интересует. То есть, ну, потому что я живу чисто сегодняшним днем. Ну, то есть я, ну, проснулся, я там посмотрел, аниме, вот. Я, ну, проснулся, и я там, ну, посмотрел, ну, какой-то фильм, то есть я, ну, потом, ну, поел, то есть я, ну, посмотрел еще там, ну, какой-то фильм, ну, посмотрел, ну, телевизор, ну, потом сел за ком, то есть начал играть в игры, и, ну, то есть я на 100% уверен, вот, но, ну, потому что, опять же, 30 лет, вот это ну, такая психологическая отметка. Если там ну, раньше ну, поставить рядом, так не знаю, 18-летнего и ну, 30-летнего, то ну, будет ну, как бы видно отличие во всем, то есть в мышлении, там, не знаю, в желаниях, то есть в интересах. А я что в 15, там, что в 30, что я на 100% уверен, даже в 70 лет, ну, то есть, я не стану, ну, как-то, не знаю, взрослее, то есть, я не стану как-то умнее, я не стану как-то мудрее, ну, потому что я даже в 70 лет, вот, ну, буду чувствовать себя, там, на 15 лет, ну, то есть, да, но, конечно же, с точки зрения обычного человека, вот это плохо, ну, потому что якобы должны, там, с возрастом вот меняться ну, приоритеты в жизни. Но я считаю, что ну, вот это не совсем ну, так. Ну, потому что все ну, люди ну, то есть, не должны жить ну, какими-то одинаковыми желаниями, там, например, там, вот этими ну, банальными, то есть ну, пожениться, завести детей, там, не знаю, там, ну, знаете, вот как раньше, ну, типа, для мужчины считалось, там, я уже не помню, ну, то есть, ну, посадить, ну, дерево, там, ну, построить дом и, ну, родить, там, сына, то мне из этих трех, то есть, абсолютно ничего не интересует, то есть, несмотря на то, что у меня, ну, 30 лет. И, соответственно, да, вот мы, ну, как бы, мы не то, что
ну, как бы, все из вот этого поколения, вот такие, ну, ну, как я там, например, вот такие, как Нуталян, то есть абсолютно нету, ну, такой закономерности, но, тем не менее, никто не будет отрицать, что вот это, ну, поколение, ну, то есть оно все равно, ну, как бы, ну, кардинально отличается от, ну, предыдущего, ну, поколения, то есть и, ну, то, что и интересовало, например, наших, ну, бабушек, ну, дедушек, там, не знаю, в 70 лет, нас вот это все не будет интересовать даже в 100 лет, даже в 100 лет, то есть, там, не знаю, ну, понянчить там внуков, ну, потому что мы, ну, как бы, мы не хотим стареть, в принципе. Вот я сейчас, вот вам честно скажу, я сейчас себя чувствую гораздо лучше, чем в 15 лет. Я даже выгляжу сейчас гораздо лучше, чем в 15 лет. И, соответственно, я, ну, поставил целью своей жизни, ну, то есть даже в 70 лет, ну, то есть выглядеть на 20 лет, на 18, ну, максимум на 30 лет, со всеми отсюда вытекающими, ну, то есть, ну, быть как бы молодым во всех аспектах, то есть внутренне, психически, там, ну, психологически, то есть, ну, по мировоззрению, по и интересам, вот, знаете, вот, и вот это все взаимосвязано, ну, потому что даже вот, ну, вот, знаете, я недавно вот смотрел, ну, можно сказать, вот такую, ну, передачу, и там вот, ну, показывали современных людей, но, как бы, и там вот, что меня удивило, что все серьезные люди, ну, да, то есть они уже в 20 лет там выглядят в прямом смысле на 40 лет, ну, то есть, ну, потому что, опять же, все это, ну, тесно, ну, переплетается, то есть если человек там начинает жить взрослой жизнью, ну, то есть чем раньше он начинает, но тем раньше вот этот человек начинает и выглядеть, то есть старее, то есть, и, соответственно, для того, чтобы оставаться молодым, нужно и жить, как бы, всем вот этим, ну, то есть, чем живут в возрасте, там, не знаю, ну, 15, там, ну, 20 лет. И я на 100% уверен, что вот это очень сильно, ну, как бы, ну, как бы, влияет на внешность, то есть, и, в общем-то, ну, дорогие друзья, и, ну, вот это даже происходит не то, что я вот это, ну, как бы, хотел, а вот это, ну, получилось, то есть, само собой, то есть, я абсолютно, ну, как бы, не и изменился с возрастом, я стал тем же самым, ну, то есть, ну, кем и был, там, не знаю, в 15 лет, и, ну, но, тем не менее, я уверен, что даже если бы я, там, например, если бы у меня, ну, появилась, ну, девушка, то вот это бы, ну, кардинально ничего не изменило, но, ну, потому что у меня бы все равно осталось вот такое, ну, детское мышление, там, ну, детское мировоззрение, ну, плохо вот это, либо же хорошо, ну, то есть, ну, каждый решает сам. Лично для меня вот это хорошо, но потому что я не хочу стареть, ну, то есть я, ну, я, ну, как бы, во все времена, но, ну, буду себя считать, ну, 15-летним, и я хочу, ну, то есть, оставаться вот таким, то есть, до самой смерти, вот до самой смерти. И, в общем-то, ну, дорогие друзья, ну, так что мораль вот этого видео, ну, какова? Ну, то есть, вот если, опять же, вот мне, ну, тоже часто, ну, пишут, там, ну, тебе, ну, 30 лет, но почему ты там, не знаю, нигде не работаешь, там, например, там, все оно подобное, ну, почему ты там не заводишь семью, детей, и, ну, то же самое, вот, ну, пишут там, либо же говорят всем, ну, людям моего возраста, то есть, абсолютно непонимание, я что, сейчас у нас, ну, как бы, совершенно другие, ну, приоритеты в жизни. То есть нам, ну, как бы, хочется абсолютно ничем себя не утруждать вот дополнительно. То есть и жить чисто, вот, ну, ну, как бы, получать удовольствие от жизни, а не соответствовать вот, ну, каким-то навязанным ценностями. Вот,
навязанными окружающим ценности, то есть, не знаю, там, например, активная, вот эта там жизненная, ну, позиция, там, например, и там, не знаю, стремление, ну, помочь, ну, другим, там, ну, то есть я абсолютно не вижу в этом никакого смысла, ну, потому что меня интересует вот чисто моя жизнь, то есть меня интересует чисто получение удовольствия от жизни, то есть и жить, ну, так, ну, как хочу я, а не ну так, но как мне, не знаю, там советуют. В общем, напишите вот, ну типа, ну как и изменилась ваша жизнь, там, ну то есть с течением времени вот и, ну то есть и заметили ли вы вообще, ну, какие-то и изменения вот там, не знаю, в положительную сторону, там, не знаю, в негативную сторону вот. В общем, было такое видео. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.